Всем привет, ребята! И сегодня я решила снять видео. У нас сегодня понедельник, мой выходной. И выходной так пролетел быстро. Я давно не снимала видосиков. И сейчас будем с вами распаковывать пакет из фикс-прайса. Так, давайте распакуем. Он у нас весь порвался. Не знаю, как, блин, его когда нести. Так, я уже поставила на свой диван. Кстати, ребята, сейчас начала смотреть сериал «Закрытая школа». Очень интересная, мне очень понравилось. То есть я даже еще смотрю, я просмотрела только 8 часов. С 12 до... Сейчас сколько у нас времени? Блин. 7 часов у нас сейчас. Вот, я посмотрела 8 часов, представляете, мне еще смотреть и смотреть. Мне очень нравится, всем советую. Ну и давайте вот такой вот пакетик. Тут есть вещи для меня и есть вещи не для меня. Это такая вот, ой, блин, фоторамка. Нам надо поставить фотографию. Вот, потому что она стоит, мнется. Конечно же. Ух ты. Лакомство для моей собачки. То есть она у нас питается одним кормом. Ну, бывает там и едой, но она больше всего ест у нас только один корм. Ух ты! Это что я просила? Блин, ребята. Так, давайте распакуем. Так. Это все? Я думала, тут какая-то большая. И коробочка маленькая. Я обожаю. Так, вроде бы я знаю, как это собирать. Или не так. Блин, или так. Опа! Мой меня... Меня смущаете. Лязь. Блин. Так, где Ляся? Вот Ляся. Вот такое вот зеркало в пеленочке. Так, давайте поставим. У меня есть мое зеркало, точнее, оно у меня было. Я когда ездила в Анапу, я брала его с собой, и он у меня по дороге оно у меня по дороге разбилось, и я его выкинула в Анапе. Посмотрите, тут надо будет протереть пыль, и самое любимое. Нет, это не самое любимое, ребят. А нет. Алло? Так, где-то должны лежать еще как их, батарейки. Ладно, давайте поставим. Это с подсветкой. Так, весь мусор только что туда уберем. Пальчик хлебушек. О, фоторамки для меня. У меня есть мои фоторамки, но их очень мало. То есть вот так. И вот две вот таких вот. У меня еще есть такие, но только там стоят уже фотографии. Вот. И вот такая вот еще для меня штучка прикольная. Посмотрите, какая милота. Так, давайте, что дальше? Ого, сколько пакетов мама сюда привозит каждый раз. Ух ты, это для меня. Так, и что это? Блин, тяжеленькая. О, да. Это типа такой гель. Типа мыть посуду. Мы заливаем, сейчас покажу, куда. Вот сюда вот мы заливаем. Блин, что это за штучка такая? Вот. То есть там вот такой вот жидкость. Вот. Так, ну пойдемте дальше распаковывать. Мне очень интересно, что там дальше будет. Дальше тут у нас что-то такое. Вот. И еще какие-то, да? Да, еще вот такие вот. И все. И насколько у нас выше? Ого. Кучек. Прям ровно-ровно. Так, давайте почитаем. И вот это все вышло на 550 рублей. Вы представляете? Вот это все. Посмотрите. И зеркало. 550 рублей. Блин, ребят, это, я скажу, даже дешево. Так, конечно, сейчас будем кушать. Так, ой, блин, нет, я хочу не вот это хочу себе открыть дома. А ту возьму на работу завтра. У меня завтра рабочий день очень сложный, и завтра я получу больше денежек. Да-да.
Вот. Ну, а вам всем спасибо огромное за просмотр. Всем пока-пока. Всех очень сильно люблю.